Пугался. Ну, стендин же. Чего он написал? Че? If you want, you can let my mate play carry, maybe. Ну, у него 6к, Игорь. Ну, охуеть теперь. Такой себе довод, блядь. Бля, какой омник нахер? Омник. Что за говно? Что-то демона брать? А мне одному кажется, что ВРК Соло Харт это полное дерьмо. Не, почему ну сильно время ее определенных берут? Героев. Да ее ж ебут все, а потом она бегает с фейзами, ничего сделать не может. Кто ее ебет? Кто ее ебет? А мне к зеленым ее не разъебет. Типа ее очень сильно напрягается эмка какая-то. Алик, пикай что-то. Бля, я не знаю, СД что своего. Взять, Игорь. Игорь. СД бери, или я сейчас рандомлю, и мы выебем. Спек коминг. О! Ну, на самом деле собачка ВРК очень сильная в харде. Очень. Очень. С ней дочковаться очень тяжело. У нее хорошая анимация атаки, сильная атака. Плюс винран на любого саппорта пиздит одиночного. ЦМ-ка только какая-нибудь может ее там гонять неплохо. За счет колбы. На Оракула не пиздит. Оракула? Линус с этим, с нуликом не пиздит какой-нибудь. Лина с нуликом? Герой есть. Лина с нуликом, по-моему, это проблема в команде, если Лина с нуликом. Погнали. На саппорте стоит. Да не, это нормально. Пейна она не пиздит. Лина с нуликом... к беде. В смысле, ты не слышал знаменитую стратегию? Нет. Я помню, на Скаймаге ходил с нуликом. От Веги Сквадрон. Когда Лёха такой говорит, типа, да невозможно Линой гонять Дарксира на линии. И они пошли тестить. И Сёма купил себе нулик и прогнал его. И потом они играли с Линой с нуликом против Дарксира. Получилось? Да. Получается, в нулике сила. Так, инвокер танга хочет, да? А его друг что хочет? Вард хочет его друг. Раздал. Так, я, короче, ой, пожалуй... Ой-ой-ой, 7 побед подряд. Пожалуй, вебочку я поставлю на карту, ребят. Что такое? Игорь, я тебе посоветовал то же самое сделать. Скажи, если на кто-то выйдет тогда. Пока никого. Если можно было у тебя узнать, какие кнопки у тебя забинжи на хоткеях инвентаря. Пробел, две кнопки на мыши, 4, 5 и капслок. СД. Do you have mic? Yep, man, yep, yep. Yep, man. Okay, so if you want to use your imprison or what for disruption, then you just talk to me. So, if I bet understand you. Не, первое, сначала то, что он говорил, было понятно, а потом... Это импрезор, что ли? Фла-фла-фла, что-то там совсем непонятно. Крипа, встретите? То, чего вы бегаете? Если встречу. Что-то это. Он реально начал хуйню какую-то импрежер, блять. Просто прячь, а санстрайк, это, блять, и так очевидно. Я, блядь, импрежер. Он хочет коммуникабельно все делать. Коммуникабельно. О, я знаю, что я буду делать. О, май гад. Можешь этого деть? Together because. Да. Бист обиделся и ушел на базу сразу. Какого хуя дед мне стреляет? Один разик. Я пока не буду пулить, пока его нет. Не надо так делать, бист. Понимаешь? Это нехорошо.
Ебани ему туда в центре, чтобы на линии стоял. Там топорик. Ой, там этот. Маленький крип пока. Ну и что, ебани? Это я заманиваю его. Ну, чтобы на линию пришел. Тут его пиздить будем. Так он не придет на линию. Ну так что ему делать тогда? С лопаткой тикач. Куда он пойдет? В кусты? Лес, да. Все идет. Как же он дарит мне экспу? Лучший чувак на свете. Па, мы в меди не ебнем. Да, он куст пошел. Преследую его. С перчаточкой. Да, пули начинают. Па решила меня преследовать теперь. ФБ дал? Вот честно скажи. Нормально там все. Чё ты это, Игорь, это? ТСР. Просто когда иконки сгущаются на саппорте, вот обычно плохо заканчивается. Нормально все, чё ты ссышь. Так, смотрите, она стоит такая соло-мид, должна себе тапок нести, правильно? Ну, ботл там есть уже? Нету ботла. Зачем ей ботл? Это же может тратить. Я же ее. Ей нужен ботл, Кабачкин. Ну ладно. Блин, ты как-то Алик пулишь? Как, один дедушка выбежал. Все равно его на линии нет, Игорян. Ладно. А. Я просто это... Не ожидал этого деда. Не мог сказать, что он ебанутый, неадекватный, и убежал просто, и все. Они сапнутые курочкой вышли. Эх. Опа. Я сейчас толкать линию буду, потом подпулишь. Надо стянуть сюда этого лесничего. Давай. Вот на хосте обник бегает. То он вообще псих. Чё за хуйня? Оп. Мы пушим? 6к оффлейн. Мы стягиваем, а не пушим. Он уже здесь кабанчиком стоит. Тогда надо пулить. Спаун еще не появился. Плохо. Открой мини-мапу, нет. Нас спалят, ребят, на варды. Поэтому не буду. Ой, чуть не это. Чуть не того. Чуть не того. А можно... А, курочка летает там. Мне курочка просто нужна. Очень. Понял. Блять, успеть бы. Я надеюсь, я ее сейчас возьму. Взял. Надо большую сову взять. Так, ну шо? Чисто теоретически. Он тебе выхлалик. Леончика попробовать. Самую вкусную экспу я уже схавал все равно. Так что хуй ему на воротничок. Тут один что за... Совы оказались слабее, чем нужно. Блять! Грян. Да ладно, я, блядь, упустил это дерьмо. Вот это полный пиздец сейчас произошло. А как он увидел это говно? У него в... Ладно. У него ваг. Ваг. Ваг-бан. Бля, это очень плохо. Кто-то сдох. Зачем я сдох? По фану. Походу. Короче, ладно, я знаю, как играть в эту игру, когда тебе нечем заняться.
Та-та-та-та-та-та-та. Я с ультой. Если что, там это. Да? А, что ты? Не дотянулся? Так я уже кидал. А, на кого ты замахиваешься? Ну, блин, тут такая трипла, тут никого не разъебешь. Один подхиляет, другой подпрячет, третий хекс даст. Невозможно убить. В харде кабан стоит. Да. Бессмертный тоже. Он овнит. Его тяжело брать, пиздец. Так с ультимейтом своим более-менее получится. Это он откинется своим. В медявый вард стоит. Что за жизнь? Я шестой буду на полох получать сейчас. Игорь, ты будешь урну делать? Ну как тебе сказать? Там тебе походу Игорь кликали. А все, уже не надо. А, она вкурится, я вижу. Так и сказал бы Игорь, что она вкурится. Ну ладно, вроде сейчас экшена не происходит, поэтому я вроде ничего не потерял особо. Только что мог урону зарядить. Блять, ебанутые два деда. Даже Рейн заагрился, блять, а два типа убежали просто милишника. Какого хуя? Просто они чемпионы. Опа. Конечно, они хуесосы, они чемпионы. Ну, а то меда сойдет. Приятно получилось. Тоже был мой шестой левел. Демидасик. Так, слышите, экспа не должна так пропадать. Кабасик. Блять, я не успею отпрыгнуть из-за того, что эти долбы его не отбегают. А нет, успеваем. Или бля, у меня рука мокрая, потому что скользит. Пора доставать, походу, вентилятор, крутилку. Нихуя ты. Крутилка явно поможет. Ты ее подрубаешь, ништяк. Там идти. Тебя видел. Не за пиздец? Чё, попробуем? Кабанов. Погнали, блять. Красиво. Опа. Сбоку зашли. О, как он выжил, блядь. Ты с собачкин будешь? Леона? Я пытаюсь. Да. А, ну его того. Там у меня какой пальчик назад. До свидания. Я домой. Так, 6 калорд у нас тут есть в миде. С базилкой. Не, это не базилка, 6. Тапок, все, блядь! 6000, хуйло, блядь! Не, ну как бы... Леоном Омником в эрку не погоняешь? Ну, я не собственно, знаю, вот такое. Holy shit, man. Holy shit, там. Holy shit, man. Крит. А что случилось? Там в эрку чуть не сдохло. Я не знаю, что мне взять, это вот эту хуйню возьмем туда. Игрян, сколько до ульта у тебя? 50 для долга. Беста нам с тобой принять надо еще раз. Угу. Он об этом слышит, как бы. Игорь, беги на него. Но мы не будем. Вот пошло.
Но он меня, наверное, ультанет. Красиво. Тут еще, смотри, есть. Ну, это мы не возьмем, забей. Уходи, уходи. Игорь есть? Я так повторить его. Нет, ульты у меня. Фили гудма. Есть ульта. Смотри, он. Сильно не будем палиться о намерениях. О. Настрой в лесу. Ничего не смутило там, блядь? Ебать. Там ульта Игорь 20 еще примерно КД, по-моему. У тебя? Или кого? У Беста. Он же придет сейчас или нет? Кажется, у нас ВР. Кажется, к нам прибегут. А, да, он бежит, бежит. Но он один будет тут. Берем его сразу. Давай, я за. Поехали. Это Омник. Да, Игорь, меня блочат. А чё, в смысле? Там Омник, Омника спрятать! Бля, всё, забей, уёбать надо. Добей его, блядь. Ёбнулся, что ли? Ты чего на вырочке? Добил, добил, нормально. Там на птице репел висит, блядь. А, я понял. Ты взял, да? Взял. Чё, как играть? Не знаю. Я руку вытер, а пузо. Я штанишки тут втираю периодически. У меня штанишки уже все мокрые. Раньше об них вытирал. Мокрые штанишки, это жестко. Надо сюда что-то предпринять. Например. Есть у меня один могильничек. Так. У меня вот такой вот есть. Угу. Нихуя бы. Или он меня. Что-то он совсем могильный. Вы без моего ультра решили ебашить? Опа. Я убрал камеру. Посмотрел. Убрал. Нас раскусили. Да? Все потому, что мы шли по вижену, скорее всего, или смог здесь нажали. Окей, сапс. Окей, сапс. Never mind, I go farm. И Crime Mo. Ukraine mod? Crime Mo. Ну типа мор. Понял, вот так. Вот так. Блять. Вот так. Опа! Блять! Ай, ой, щит, мень. Чуть-чуть оставалось. Так хотелось добить. Мы опять везде проебались. Что происходит, блять? А сейчас ковор умирает, я смотрю. Совсем дик. О, господи. Ты следующий. Нет. Или я. Он я хочет живу. Убивать. Смотри. А, не смотри. Тут вижен есть. Хайграунд. Кибакина, ты кинь хотя бы ему банку. И прокляни! Не хочу. То будет ТП быстро, да, нет? Нет. Блять, он ушел. Чего, блять? Охуенно. Он с даггером, блять, был. Да господи Иисусе. Да? Тампа, кстати, нас ебет очень жестко, ребят. Видим. Очень. Очень. Свои. Надо бежал поставить. И в миди вард снять с хайграунда. Ой, блять, у меня рука опять спотела, на меня нападают. Ебаный в рот. Да ладно! Там птица. Я закупился. У меня типа 10 голды, на меня сзади барабаны прожали, нападают. Мне чуть-чуть до сакрада. Спотевшая рука. Оверк, все. Пока. Так, а кто у нас не фидит? Ну я мне всех умер. А,
Я в кустики пошел. А нет. Мне пизда, походу, да, здесь? Не, я не пойду в кустики. А можно в Ордес куда-то вот как-нибудь что-нибудь так? Да, пойдем. О, да, дагер. Собачка вкусно? Давно уж. Понравилось. Ширья! Все, капец. Главное, вордец. Дай Алику, или у Алика есть? Нет. А все, окей. Жила-была одна жадная слепая девочка. Ей казалось, начинаю что себе. Мама с папой ее не любит. Родители Бахула. Ради демонстрации любви к слепой девочке решили сварить ей целый тазик пельменей. Поставить перед ней. Дочка обвела руками тазик и сказала: представляю, суки, сколько же вы себе пельмени сварили? Кому это, Игорь? Кабану. Шутник, бля, спасибо большое за поддержку. Дай бог здоровья. Так, у нас тут пижона нет, слава богу. Не знаю, пока мы вообще в огромном дерьме. Там три овер типа одетых. Бюджетный способ не фидить ОД. Этот не получается, по-моему. Это плохо. Ну, сейчас умруща? Возможно. Я думаю, да. Тебе просто нарычат на лицо. И ОД с ТП тебя убьет. Он пока не делает ТП. Так не будет, потому что я стою тут. Сразу этого не получится сделать. Там, по-моему, ТП кто-то сделал, не? Мне показалось. Ну, один ОД на боте, и за ним... Возможно, кто-то один стоит. Может, нет. Боже. Все нормально. Возможно, они просто все здесь. Но вот тут фиолетовый еще был. Снизу двое было. 6 калорт у нас умирает. Так вот, ТП сделал, это значит что? То, что я дофармить бот. Красиво делаешь. Они перемещаются. Фак. У нас стратегия, видишь, беги. Нихуя тут мощно. Давай-давай, Алик, подрабатываем. Давай, бежим. Бегите, кто может. Я его спрятал, кабачки. Просто просыпнули. О, господи, меня заблочили! Я ТП. О, там одного убили, да ладно. Лол, нихуя. Я что-то поздно в нашу команду перестал верить. А нет. В смысле? Лол. А будет еще... Не будет, да? Шесть капали. К вам фармить хотел бы идти? Там пиздец. Там... Ну, уйти мы, кстати, хорошие, ребят, козырные очень. У Омника дагер. Но они неплохо на нем кормились. Больной ублюдок. Там не задавит, а там просто надо. Так, ну срадик есть, ну... Пану Игоряка, по-моему, смотают. Есть мнение. Мы пытались Just Farm, не получилось. Так, я знаю, у нас есть ворды в лесу. Что мы сделаем с ними? Уничтожим. Вот именно. Необычную куплю. Если ты Пашка на Рошана, по-моему, пошла. Да, имеются. Бисма в миде показывает, что они не на Рошане. Они внутри не на Рошане, походу. Почему? Могут быть вполне. Верка от иллюзий, блять, умирает, опа, серьезно? Да, нарушение. Нет? О, значит, меня нападают эти, Алик. Тебе пизда. Ты умер. Тебе пизда, тебе кабан. Есть убрать его? Ты умер. Отпусти клавиатуру, мышку. Нет. Блять. Я птичку зафармил. И кабанчиков там фармишь, ну. О? И дедушка стреляет, стоит ляп. А что, что они в миде? Дед, убить просто убить нахуй. Пошел дальше шермить. На, блять, ленивого! Что это за ну как там? Ебать, у меня... Нормально, ульта нет. Вот тут тип, вот тут тип. Ультую, ультую. Там тип стоял, лол. Куда драться? Кого? Комник застрявший. О, на тебе репелл. А, помочь! Как могу. Я закупился, нормально. Я ничего не потерял. Нет, только не ульту. Я лечу. Я пойду руки помою, это пиздец, у меня реально соскальзывает. Найс. Ой-ой.
О, за мной сильный крит бежит. Барсион на нем бежал, да? Это беда. Ну, Равашка, зато 200 голды заработал. Ой, блядь! Ой, блядь! Ай! Там дезолятор. Неплохо сыграно. А фражами он будет стрелять или он будет ездить? Ширья! Альбертик, а ты почему такой худенький? На тебе на покушать. Не, худенький. Ребята, я далеко не худенький. Бля, я вниз бегу. Ал. Ой, Ал. Собачкин, пожалуйста. Спасибо, Руруру, за такую прям внушительную поддержку, парень. Спасибо. Спасибо, но я не худенький. Руруру. Так. Нужен какой-то артефакт, который убьет всех. В мире пизды дают. Да. Бля, я так что без фурстафа не хочу там вообще ходить. Он видит меня. Так а что ты фидишь? Там эти кабанчики же и птицы летают. В мире животных, блядь. Так, Игоряк, что у тебя там? Яков есть, да, уже? Яков. Если можно так назвать. Они вниз пошли на Рошана. Нет. Или? Они сейчас будут. Потрахивать нас. Ой, Грян, давай это делать, грязь. Подойди сюда. Бесконтактный бой, поехали. Давай. Тут там сейчас придут, кстати. Это надо делать сэншентов. Мне нравится так фармить. Они убивают этого. Да. Упро. А ну, Игорян, давай еще раз. Да ну нахуй. Подойди ближе я, сюда. Я фармить хочу. Ну дай я откину мид. Да ну не. Ну. Я не буду тебя спрашивать больше, буду форстафом тебя толкать и делать. Они на меня идут. Вон шарт ОД. Короче, я с ХГ не схожу. Я в топ бегу. Да, с ХГ только дефть надо. Давайте хэграунд дефть. Вот там БКБ ОП. Хуёво. Батя вот и настреливает. Муншардик. Мне кажется, мы ХГ не задефаем сейчас. Угу. Не, ХГ мы задефаем. У кого Егис? Сложно будет, очень. ОД. ОД, Егис, Муншард. Игорь, он тебя съест просто, блядь, за 2 секунды. Под репелом. О, вард у нас тут вард. Да. Я-то один сломаем. Давай. Не, конечно, купил. Я даже поставлю. Давай, давай, вместе так. Блять, ребят, ситуация не из простых. У меня бист. Слышите, их четверо. Мы можем драться, их четверо. Go fight, go fight. Собакин ближе. Ну ёбаный рот. Снял репел с него? Он мне кумер. Еще раз убить, еще раз убить. Он ультовал, нет? Нет. Нет. Бля, вот пидорас. Рядом мне по таймингу попал. А догонять? Не, догонять не надо. Догонять это уже лишнее. Собачкин, ты от меня убежал далеко. Не успел тебя спрятать. Ты, скорее всего, я умер. Ты бы сдох за секунду точно так же. От меня пользы не особо много, если честно. Бам-бам-бам. Там АД был, если чё. Угу. Вот и он. Игорь, уебёшь его? Конечно. Меня уебут. О, мне хекс дали. А, там все. Блядь! Они чемпионы. Охо-хо-хо-хо. Я не успел Радианс выключить после стана биста. Ты же не из-за меня сдох, правильно? Нет. Ну, как сказать? Я просто спрашивал. Это не было просьбой. Да. Да. Ну ничего, минус одна сторона, против спектре это нормально. Ебать там итемы. Что-то нет, не нормально. Вот тут вот я себя, в принципе, ну так, ну знаешь,
более-менее безопасное чувство на фонтане. Это сомневаюсь они... в своем. На карте их не видно, они туда придут. Оставь их, пожалуйста. Можно. Кончай стилить фарм. Там это вся снизу одна, кстати. Господи, какой он пидорас. Мощно дал в катапульту. Катакульту, блядь. Ну а чё, она выёбывался? О, там... Леон бежит. Ой, ребят. Пока. А, меня! Зачем тебя? Красиво. Я пошутил по поводу меня. А, я пошел. Давай. Пожалуйста, не ультуй! Все, набирай. Все нормально, ребят. Иллюзии по ней не попадают. Вот мне бы такие криты. Все нормально. Если бы тебя спрятал, то там остался Игорь. Да, все правильно сделал. Но она больно Сам... делает что-то. Тебе так... там все больно делают. Там без 100 даггер, они просто могут запрыгнуть тебя убить, а мы дальше вообще ничего не сделаем. А я сзади стою. И правильно делаешь. Бля, там еще ОД. Широк. С хиксом уже, да? Нет? Нет. Но он близок к этому. Верка, все. Прям все? 6 калорд. Помощь будет хоть немного, блядь? Есть топ немного. Там топ ломает еще, пидорасы. Столько. Надо защищать. Я бегу туда. Да, защищать. А есть ему как-то сбить даггер или что-нибудь такое? Нет. Он ушел. ПА на боте не уходит, лол. Опа, они тут что? Они нас хотят гандошить, если что. Нас ПА... Бьет в соло, ребят, здесь барак. Ребят, там вот хекс. Интересно. Кому-то явно интересно, но не нам. Надо вот этих оставить тут. Тайминг. Мы отпиздим его? Походу нет. Он мне как отпиздили. Давай-давай! Не? Он ушел, походу. Мне кажется, он вернется сейчас за мной. Олег, живи. Я полетел домой. Я с бэбэком, в принципе. Не уверен, правда, что мне поможет. Там ВРК 6К. Не справилась с СД. 1.9. Значит... Nice... Как там этот? 6K player? Nice. Найс. Nice. Военный, блять. Еп. Это затроды опять против нас. Я могу впитать. Вон УД за мной летит, впитывать мне сейчас. Давай, Ал, делай. Что делать? Впитывать? Из меня. Поехали. Управляем топ. Куда они делись? Ну, да, я делал. Больно по иллюзиям где-то слышал. Так, они сейчас по домникам такие уверенные заходят, а я особо с этого с ОД снимаю. У меня без ульта. А я вот тут вот постою. Окей, я тогда репел сниму демоник пурджем. Только обновит. Я вот так вот кинул в сторону чисто. Сейчас ааа. И бам-бам-бам, и нет тебя. Не, я не из таких. Он начинает. Нихуя ты головой. Вот этот прокас пошел. Он, блядь. Я ему сбил дагер, кстати. Нам не сломает хуйня. Алло. Я побежал на беста. Сломал нам. Пидорас. Сейчас вверх сломают. Он умер. А топ можем дефить? Ну, дефим как можем. У меня есть ульта, типа. Пошло дело, блядь. 6 калорд умер. Хуево. Ребят, я до конца тут. Вот и конец. Я хочу вам никого ебать. Так ты шлюха. Надо. Дайте спрятаться. Шреп. Ребят. Рампашка. Бам. Инфак, спасибо за поддержку. Странно, нормально, написал парень. Спасибо, друг. Чё делать будем? Бля, как там победить доту?
Да так и Бакин, отвечаю, виноват, Игорь. Согласен. Я хуй знает. Инвокер с Лотаром. Ну, Фафанчик уже его купил. Он на туре с Лотаром был, блять, во время игры или нет? Нет. Не, он только купил 2000, получился, да я купил. Ха! А я иду и умираю. Я выкупаюсь, собаки, не держись. Чу-чу. Листочек! Все. Че? О, господи, давай это делать. О, господи! Это жестко. На, я защищаю. Защищай меня. О, господи, о. Братан, ты думаешь, ты бессмертный, что ли, или че, блядь? Да какой в кабанчика стрелять? Туда давай, на, нахуй. Братан, пурс. Все, давай, мы сильные, давай. Давай, давай. А, ну... Подожди, я его спрятал. Опять листочки не прожил. Стики. Тихо, УД, УД, пиликать, пиликать. Это ошибка была, Игорь, ошибка. О, да. Бля, 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 точка, сука, твою мать. Сука, твою мать. Бля, сука, бля, сука, бля, 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 бля. Раз, два, три. Бля, бля, сука, бля. Я больше всех не видел без этого. Курим шмаль. Дуем коку. У нас пиво пьё. 6 колод, был ТБД. Пьё, пьё. Ну, да, косяки, бля, продаем. Кто продает? Мы продаем. Забивом продаем. Пятнышко баксов. Зачем он такой? Чувачок, гони в лапу пятачок. Бля, да, я больше не хочу спасибо, играть. Спасибо, шутник, бля. Спасибо. Хочешь что-то, не знаешь, что заняться. Надо такого героя, который, если что, в лес может пойти. Спасибо за поддержку. Так, я пошел курить, короче. Давай, давай. Две минутки, ребят. Черяп! Фак. Хуя дал, как динозорд какой-то ебучий. Йондж, здорово. Бля, ну если мы тебя возьмем, у нас место где-то, нам придется пятого искать. Глебас, ты не вовремя.